приветствую вас на канале «Хочу в деревню». Здесь я работаю на своем хуторе, восстанавливаю столетний дом. У нас мартовский денек, морозный. Морозно, совсем морозно, поэтому я буду частично работать в доме. Ну а если вдруг потеплеет, то, конечно, переберусь на улицу. Хоть и ветрено, но не совсем все затянуто тучами, и слава богу, нету ни дождя, ни снега. Вода не замерзла. Печку я затопил. Друзья, в прошлом выпуске я обработал верхнюю комнату антижуком. Давайте поднимемся и посмотрим. Вот такие имеют вид стены. Останется их обрабатывать. По поводу дымохода, его надо мыть. Надо делать примыкание деревяшек. Здесь вот немножко надо стенки помыть. Я уже пробовал, они отмываются лучше, чем очищать. Поэтому я их здесь отмою. По поводу пола. Пол нужно шлифовать. Шлифовать я буду специальной машинкой. У нас в прокат она есть. 50 рублей стоит в сутки. Все очень классно. Но дело в том, что она потребляет 2,2 кВт. А мой генератор выдает 2,2 кВт в пике. То есть она работать здесь не будет. Надо будет еще брать генератор в прокат. Это тоже 50 рублей. И это надо как-то еще вместить все в Ниву. Постараться. Ну, это 10-е. Это сделаем. Стены, пол, окна, доделать потолок. Я думаю, на эту комнату нужно так вот где-то приблизительно неделю. Сверху у нас отпустила землю. И вот я чуть не упал, пируэты исполнял. Но я хочу вам показать, смотрите. Видите, замерзло. Сейчас вроде как капает там сок. Ну, в бутылке тоже лед. Так что мороз. И солнце, день чудесный. Так, друзья, я хочу вам показать свои кустодержатели. Понравились они вам? Был комментарий, говорит, а если украдут? Ну, если украдут, значит, у меня увеличится их втрое. Потому что те, кто украл, на хутор пройти так, чтобы не споймала их камера. Фотоловушка. Ну, так уже, я не знаю, это надо знать расположение их. И только тогда. А вообще, когда они висят на дереве, их практически незаметно. Так что за это я спокоен. Распустились листочки тоже. Это рябинолистник. А у нас мороз. Морозище. Я уже в руки замерз совсем. Устанавливать буду доски ряд Б и В. Первые 10 досочек установлены. Продолжаю установку дальше. Такие темные они, потому что влажные. Вы видите, что я их вытираю. Друзья, я справился. Установлено два пролета потолка. Было в местах некоторых сложновато. Доски туго заходили. Но все получилось.
Стало, я уверен, намного лучше, чем было. Сейчас вы видите, как было. Ну и вот так стало. Понятно, еще два пролета не собраны. Но я их обязательно соберу, потому что там есть свои доработки. Два остатка досок с потолка это меньше, чем 4. Мне прибираться, передвигать их будет намного лучше. Освободилось пространство. Пространство для работы с дымоходом, пространство для уборки и обтирки всей этой пыли со стен. На улице, друзья, потеплело, хватит этой пыльной работы в доме. Пойду на улицу поработаю. Друзья, нас уже больше 20 тысяч. Вчера я отметил этот рубеж. Ну, такое проездное, если честно, но тоже приятно. Так вот, я про то, что вот бы 20 тысяч, да, людей, бы вообще просто все, просто руками собрали бы все. Ну, я один. Вот эти листья остались от прошлого года. Я их не собрал. Вот это еще не убрано, надо убрать, пока она не заросла вновь травой. Так вот, сейчас я вот тут все листья, которые в прошлом году, даже здесь в этой части я не сграбил их, я сейчас буду сгребать. Там дальше все кучи есть уже награбленные, они наполовину перегнили, я их тоже гружу на баннер. Но вручную баннер не потяну, потому что в одиночку его, когда нагрузишь тяжелый вот такой сырой листвой, тяжко. Я зацеплю за Ниву и Нивой потащу. Так что в планах у меня сегодня вот там всю эту дорогу, сколько успею до темна, столько и буду работать.
Посмотрите, сколько червячков здесь много. Очень много. Вон там, вон там. Вот. Хороший будет перегной. О, какой жирный. О! Много и загрузил я туда их. Теми граблями они сграбляются. Сгребаются хорошо. Сейчас подъезжаю к следующей. Гружу. И поеду дальше. Ой. А, колючки нацеплял. Дяды у нас называют. А, можно сказать, сок со льдом. Хороший. Оу, утоляет жажду. Работаю. Тружусь. Все нормально. Продолжаю дальше. Сейчас еще глоточек сделаю. Вкусный сок. Пить очень хочется, жарко от работы такой. Махаю, как будто у меня целый сарай скотины стоит, и надо все чистить. Ну ладно, привыкаю. Быстро летит время. Ух, расчистил я здесь. Рассортировал. Стекло надо будет собрать отдельно. Металлолом. Пластик. Вот тут, где я вырезал хмызняк, там вот этот лежал шифер. На шифере там просто творится. Еще не все. Не вытянул. Вон еще колючая проволока торчит, никак не поддается. Ну ладно, я буду сейчас вот это все грузить. Фух, уже станет чище. А потом просто пройдусь с мешком, все соберу. Ух, ну гляньте на мою полянку, да? Ну, на камеру все равно вот кажется, что вот здесь проплешина. Хотя вот вживую там видно, что сухая трава. Ну, там вообще не критично. Но вообще в целом очень ровная поженька, аккуратная. Жду, когда пойдет травичка расти, чтобы все было. Буду подсевать. Где-нибудь буду доставать дешевый, там заказал сейчас дешевого белого клевера. Может, конечно, не белый. Что-то подозрительная цена, но буду подсевать по чуть-чуть. И станет красота. Уберется же когда-нибудь эта куча песка, та куча кирпича уберется. Крыша покрасится, фасад начнется там. Тоже делать буду. Фронтон, вот это же надо сделать все.
Ой, столько всего интересного впереди. Так что, друзья, подписывайтесь. Ну и поставьте мне лайк, потому что я очень отчаянно тружусь. Тружусь изо всех сил. Просто вот весь отдаюсь этому труду. Я, когда приезжаю на хутор, уже забыл последний раз, когда я просто отдыхать. Надо когда-нибудь устроить просто отдыхательный день. А то просто каждый день я приезжаю, и вот я ни на минутку не сажусь на... Даже не сижу, вот все время на ногах. Поэтому столько и получается сделать. Иначе бы просто все пропало. Ладно, завожу машину, подъезжаю и снова загружаю. Так, очередные грабли. Все, это у них слабое место, они здесь всегда ломаются. Испытываю следующую конструкцию граблей. Здесь уже вот так вот, по ширине они как те. Буду ими работать. А вообще, друзья, знаете, обидно, вот обидно. Очень быстро темнеет. Я уже даже не знаю, может работать под прожекторами какими-то надо таскать. Только вошел во вкус, уже стемнело. Надо скругляться и ехать домой, потому что по темноте тут хоть выколи глаз. Ну ладно, это я шучу, сейчас буду грузить вот эту кучку. А круто я придумал за Ниву таскать. Иначе бы я просто тут до скончания веков бы. Тачку я бы возил, ну, целый день надо было бы возить, грузить. А так вот, сейчас вот эту большую кучу листья я загружу. Здесь были, видите, вот пеньки стоят. Здесь росли такие же клены. Вот. Я думаю, кстати, вот этот клен, который растет, его тоже спилить. Он будет сильно затенять мою елочку. Наверное. Ну, посмотрим, как он будет. Если будет затенять, то будет спилен. А еще я ищу длинную палку. Мне надо 6 метров. Так, 2, 4, 6. Вот, наверное, вот это. Может и подойдет. Мне надо... Нога журавля есть. Она до самого дышла, вот эта, которая. Может, она подойдет. Ну, колючки выросли. Ну, мы их сейчас всех подаем. Опа! О, трясет. Где фокус? Там приходится здесь загружаю вилами, а там сгружаю вилами. Я вам хочу сказать, баннерное полотно очень крепкое. Конечно, шифер и кирпичи на нем не повозишь, но вот листья возить самый раз вообще, очень крепкое. И он там на проволоку нацепился, так проволокой загнулся. Нормально, нормально.
Друзья, за целый день я сделал только два дела, но очень больших и важных дела. До 16:00 я работал в доме. Водрузил два пролета досок на место. Потолок шикарен, мне кажется. Сундучок получается, конечно, как и первая комната. Но это потом все задекорируем. Самое главное, что они у меня не путаются под ногами, я смогу еще больше наводить порядка. А дальше, во второй половине дня, как вы видели, я пошел приводить порядок дорогу, убирать прошлогодние листья, которые я часть не сграбил, а часть были кучи. Все отлично справился, пятачок остался. Вот там я еще вижу, нужно тоже поработать, поэтому серии еще про улицу будут. Кругом поют птички, очень приятно, но уже совсем поздно темнеет. Как бы мне не хотелось оставаться здесь подольше, но усталость дает о себе знать, и вообще день-ночь наступает. Надеюсь, вам этот ролик понравился, я вам ставлю лайк, не забудьте поставить и вы его мне. Не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Друзья, я вам желаю крепкого здоровья. Почаще заходите на мой канал. Пока.